Республиканская психиатрическая больница Чувашии признана победителем всероссийского конкурса в номинации «Просвещение в области психического здоровья». Активную работу в этом направлении коллектив больницы ведет 3 года, и результаты уже заметны. Первое, что сделали психиатры, изменили подход к профилактике. Сегодня упор сделан на просветительскую деятельность. Существует некое предубеждение в отношении психиатрии, и люди приходят к нам тогда, когда уже действительно большие проблемы. Но самое главное, чтобы не допустить вот этих больших проблем, самое главное сделать так, чтобы человек вовремя обратился к нам. И чтобы он не боялся к нам обращаться, и обращался тогда, когда у него возникают первые признаки психического отклонения. Что это может быть? Депрессия, бессонница элементарная, чувство тревоги, какие-то страхи. Это все, по сути дела, психические отклонения, которые могут быть кратковременны, с чем-то связанными. Но важно вовремя получить консультацию специалистов, чтобы эти небольшие отклонения не превратились в тяжелые расстройства. Врачи не устают повторять: психические проблемы не синоним психического диагноза. Просто душевное здоровье, так же, как и физическое, нуждается в поддержке и коррекции. В арсенале психиатров множество средств и методик, но очень часто бывает достаточно вовремя сказанного доброго слова, внимательного отношения и профессионального совета, чтобы вновь начать радоваться жизни. Это и стараются объяснить врачи, выступая в СМИ, выходя в школы, проводя акции «Психологический диктант». Кстати, именно эту форму работы особо отметил главный психиатр России.